Ребята разработали уникального управляемого наземного робота, который будет помогать дежурным администраторам следить за порядком в школе и вести видеофиксацию нарушений. Устройство построено на платформе контроллера для беспилотных летательных аппаратов и позволяет использовать в себе модули FPV-дрона. Это позволило усовершенствовать дальность связи с устройством, настроить передачу высококачественного цифрового изображения на очки оператора. Уже сегодня все запланированные опции реализованы на 100%. Прототип полностью функционален и готов нести службу. Также в прототипе предусмотрено устройство радиосвязи, которое позволит дежурному делать замечания уже в момент патрулирования.